Слава. Здорово. Здорово. Слушай, я тут информацию услышал, что есть такая палочка, которая называется... Клещи чего? Ну, клещи выдергивают. Клещевыдиралка. Наверное. Клещевыдиратель. Можно назвать так. То есть, если, короче, блин, тебя кусает клещ. Ну да. Идешь в аптеку, покупаешь клещевыдиралку. Да. И что? Ну, там она такая посередине разрезана, раз его поддеваешь и выкручиваешь и вытаскиваешь. Его обязательно выкручивать надо. Хуя. Сколько стоит? 150 рублей. На ком испытывать будем? На Рэмби. На Рэмби. Напустим на него клещей. Не, на Рэмби нельзя. Клещи кровь попьют. Да. А выстоль. Или ключа. Блядь. Вот а вот, блядь, клещи начнут пить, сразу помрут сами. Или задергают его вообще, блядь. Начнут там балдеть. Там... Напившись его крови, дохнет комар. Кровь. Моя грязная кровь. Вот смотри, правда. Вот, например, ты там, ну, вмазанный сильно, да? Но. Тебя комар укусил, он ему вставляет, не? Как думаешь? Его, наверное, он умирает, наверное, сразу. Они же он же про такую же концентрацию, блядь, это. Ну, понятно. Хапает. Прикинь. Комар, наркоман там, жил там у кого-то. Ты бы, блядь, тогда б хуй бы выжил бы, блядь, они бы тебя убили уже. Сожрали все. Тебя плюдивали. Тебя пацаны бы из компании отсекали бы, потому что куда ты не идешь, за тобой рой комари бьется. Прикинь. Да. Я скажу, ну тебя слаб нахуй. С твоими друзьями такими. Ходи ты с ними сам. А то идешь же за тобой рой. Летит. Когда же Слава жахнется? Когда же Саша подраскумарится? Да. А то уже ломка начинается у нас. Ты слышишь, Слава? Да, наверное, правда он сдохнет сразу. Конечно, он сразу окочурится. Глупо было бы об этом сомневаться.